Многосерийное представление, которое Шкода устроила перед премьерой новой Фабии, фактически оставило нас без интриги. Мы заранее узнали технические нюансы, рассмотрели закамуфлированные машины, а также оценили хорошо прорисованные скетчи. Сейчас, когда перед нами предстала товарная версия пятидверного хэтчбека, есть смысл повторить основные тезисы. Тем более новинки есть чем гордиться. Одних только умных решений Simply Clever чехи придумали аж 43 штуки. Это кармашка для смартфонов, отсеки для мелочей плюс сетка, установленная под полкой багажника. В водительской двери спряталась ниша для зонта. Прежде таким удивлял лишь флагманский Superb. В плане техники Фабия наконец переехала на модульную платформу MQB. Она принесла современную ездовую электронику и оптимизированную конструкцию кузова. Благодаря последней маленькая Шкода оказалась достаточно легкой. Впрочем, не такая уж маленькая. Снова напомним, что модель по габаритам догнала Volkswagen Golf 4-го поколения, поскольку длина разом выросла сразу на 11 см. В свою очередь ширина стала больше на 5 см. Список моторов достаточно скромен. Роль старшего примерит 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, с которым работает 7-ступенчатый преселектив. А еще Фабия получила 4-литровых тройки разной мощности – от 65 до 110 сил. А между тем, в соседнюю Белоруссию только что запретили ввозить автомобили марки «Шкода». Напомним предысторию. В августе прошлого года Александр Лукашенко одержал оглушительную победу на выборах президента Белоруссии. После оглашения итогов страну накрыли массовые демонстрации в знак протеста против предполагаемых фальсификаций на избирательных участках. Притом силовики крайне жестко пресекали любые проявления народного недовольства. Из-за этого «Шкода Авто» отказалась финансировать грядущий чемпионат мира по хоккею. Его должны были совместно принимать Белоруссия и Латвия. Зеркальным ответом со стороны белорусского правительства стал запрет на автомобили чешской марки. Так, с 5 мая границу республики не смогут пересечь ни новые, ни поддержанные «Шкоды». Притом ограничение касается машин любого происхождения, что европейского, что российского. Пока запрет введен на следующие полгода.